Необычное увлекательное мероприятие прошло в районном центре. В рамках плана работы Управления образования районного методического кабинета и муниципального клуба «Наставник» в ноябре текущего года, а также с целью патриотического воспитания и обмена опытом работы среди педагогов, наставников и наставляемых, состоялась муниципальная игра-квест «Нити памяти». Главной задачей этой игры было посещение памятных мест аула Кашхабль. В игре принимают участие две команды. Это игра состязательного характера, это команда наставников и команда наставляемых. Членами жюри сегодня выступают представители управления образования, клуба «Учитель года», клуба муниципального «Воспитатель года». И сегодня наши участники пройдут по маршрутам, по станциям. Значит, станциями у нас обозначены, они об этом не знают, памятные места культуры. Внутри вот центра аула Кашхабль получат они задание от членов жюри, выполнят задание, и кто быстрее вернется на исходную точку, и кто правильнее выполнит задание, наберет большее количество очков, тот и победит. Команды отправились в путь, проходя исторические места аула. Первой точкой отправления для участников стал памятник Тимботу Кирашеву, который считается основоположником адыгской литературы. Путеводителями для наставников и наставляемых стали фрагменты фотографий, помогающие найти нужные объекты. Во время путешествия по маршруту участники игры также возложили цветы к обелиску в память о воинах-односельчанах, погибших в годы Великой Отечественной войны, а также к памятнику Меритукову Хасану, участнику войны, и мемориальным доскам, посвященным Тимботу Кирашеву, Мурату Шевгенову и Магомету Хагауджу. По итогам захватывающего квеста победила команда наставников. Молодцы! Молодцы! И сегодня наша игра показала, что по результатам, по баллам победила команда «Наставники». Председатель клуба вручает, а сейчас наш клуба вручает диплом команде. Поздравляю. Я всей души говорю вам очень спасибо рада. Огромное. Я очень даже рада, что у нас вот такие вот молодые педагоги есть. Творческих успехов вам, чтобы в вашей жизни... Ну вот, деток вы любите, значит, вы в школу пришли, правильно? Не уходите отсюда, здесь так хорошо, честное слово. Я сегодня не ожидала, что будет так здорово, и мне очень понравилось. Хочется сказать спасибо большое за такую вот нашу сегодняшнюю игру. Я думаю, это теперь как традиция будет в дальнейшем и на следующий год, и на многие-многие года. Поэтому это очень хорошо, когда мы вот так вот все... общаемся, встречаемся. Всех благ всем нам. Как здорово, что да. Всем спасибо. Как здорово, что всем.